Hazır. Hazır. Да, Расулжан Абдрахманов, салам алейкум. 5 кіші эфирде, 6 кіші кірді эфирге. Так. 7 кіші кірді эфирде. Да, поделиться, вы койсаңыздар, а шонда эфир көветілі. Эфир көветілі. Да, поделиться, вы персеніздер. Расулжан, ғандайсың, аз 6 кіші эфирде, кемесе, да, кірді олды кен. Гурм бейтот. Канат Субанбеков Токмок смотрит. Дейт. Салам алейкум, Канат. Так, да, гимбал. Да, поделиться лукпойсом зар, эфир говорится. Алия, Алиюш, привет, как дела? Все хорошо? Так, да, гим гирди олдыкен. Сегиз киши эфирде. Гөйтіп-гөйтіп олсақ, жақсы олды тіле. Тема баяғы мен де өзімдің. Султан, привет. Мен де өзімдің ойымды айтайтетілем болған. Ана ген гим, оңға гүнөлі. Азыр гүнөлілерді, азыр азап. Гимді азыр гүнөлі қылатты, азыр ошоны сүйлеші өзді. Ошоны бойынша маяк қылауыз. Бірақ маякті орысша жүргіз өз. Анткендіген бұл маякті бөлік жарандарда бар. Пакистандық жарандар бар, индус жарандар бар, андан тұшқар орыс жарандар бар. Ошондықтан бұл эфирді орысшасынан жүргіз өз. Мұқан Мұрзалиев, Назира, Урмат, салам алейкум. Здравствуйте, Анат. Здравствуйте. 13 человек в эфире, мен аз айтып кеткенде, 13 кіші эфирде, мен орысшасынан жүргізем, анткені бұл тема жалаңғана қырғызша емес, бәрті орысшарандарда болтырады. Ошончын тура түшініңіздер, мен орысшасынан айтам, жаман көрбеніңіздер. Уважаемый Facebook чайник, Канат, как дела? Вот, Канат, твое экспертное мнение было бы очень даже неплохо, если бы ты вошел бы в эфир и тоже со мной бы пообсуждал эту тему. Улук Химки, салам алейкум. Уважаемые фейсбукчане, уважаемые казахстанцы, на вот буквально 2-3 дня назад случились неприятные для Казахстана события, которые целенаправленно пошли на избиение студентов иностранного государства. Но вопрос в этом избиении, оно как бы сейчас уходит не в политическую плоскость, она уходит в плоскость международных отношений. В части международных отношений сегодня Казахстан стал, ну, опасной зоной для, уже, например, Саудовская Аравия заявила, уже официально заявила, что Казахстан является уже такой небезопасным городом для тех, небезопасным государством для тех, кто непосредственно на сегодняшний день посещает Казахстан. Это очень плохая тематика. Также мы прекрасно понимаем, что на основании вот этих избиений, тем более вы посмотрите, что Пакистан специально вывели этого парня, вот эти 108 спецрейс отправили. Это тоже очень пагубно повлияло на внешнеполитическое состояние нашей страны. Почему? Потому что в действительности сегодня Казахстан уже будет вноситься, скорее всего, будет вноситься в список тех неблагоприятных и опасных для посещения иностранцев в Казахстане или тех, которые учатся. Я прекрасно понимаю президента, который встретил посла встретил Пакистана или это министр иностранных дел, то есть все, поговорили, и там и всюду начали писать, $50 миллионов в год приходит. Да, $50 миллионов приходит в год. Но вопрос-то заключается не только в этих студентах. Вопрос заключается в том, что совсем по своей структуре на сегодняшний день миграционная политика нашего государства свелась к полному нулю. У нас это не отслеживается.
ради того, чтобы получить баснословные гонорары, то есть деньги за то, что у них учатся, открылись никому не нужные медицинские институты. К примеру, институт господина Соломбекова. Это что, такой признанный институт медобразования? Или же господин Соломбеков является медиком наивысшей категории, что у него там в университете там есть мор, кафедры там всякие, где может учиться? Нет, этого практически нету, потому что я сам заходил в их мединститут, смотрел. Парта, приходят лекторы, говорят. Качество обучения ноль. Но плата за обучение очень бешеная. Господин Джумалиев со своей супругой Розой Романовой, они тоже у себя открыли там медицинский институт, за который очень баснословные цены. Куда господин Фани, вот такие люди приезжают, привозят этих студентов, пакистанцев. И за счет этого, они очень много набрали этих товарищей. Это хорошо, что иностранцы приезжают, учатся здесь, то все. Но вопрос-то не в том, что они здесь учатся. Вопрос заключается именно в том, что оно бесконтрольное. Миграционная политика вообще на нуле. Пожалуйста, вот этот Сарбашев, или как там, руководитель миграционного ведомства. Куда нашего президента? Оказывается, я не знал. Он какую работу ведет? Непонятно. Ведь каждый, вот ранее во всех структурах всегда после первого лица обязательно были сотрудники спецслужб. В особенности миграционной политики непосредственно первым замом шел сотрудник КГБ или ГКНБ потом, или СНБ, как раньше называлось. Обязательно были сотрудники. Сейчас посмотрите, нет этих сотрудников. И поэтому, когда человек куда-то прилетал, иностранный гражданин когда-то к нам прилетал, его обязательно пробивали. Отправляли запрос туда, в обязательном порядке отправляли запрос, изучали, потом только давали разрешение. Да, сейчас мы можем сказать безвизовый режим, то-то-то. Но, когда заключается договор на посещение нашего государства, непосредственно обязательно их изучение. Но изучение сейчас не проходит. И сегодня вот эта вся ситуация, которая должна была работать на упреждение, это бездарность самого тех служб, которые должны работать на упреждение, обязательно смотреть вот эти вещи. А у нас как получилось? У нас все идет вот как вот просто, ну, приехали. В особенности, вот я сегодня выслушал эфир Куренова, и он там затронул, в принципе, действительно реальную вещь, когда реальную такую тему поднял, когда он обвинил господина Туманбаева в том, что он привозит этих людей, там строительство, то все. И в помощь этому господину Туманбаеву наш президент на одном из своих выступлений четко так сказал: вот наши кыргызы, Джалколор, вот они там не работают, то-то, нам приходится везти людей. И везут очень много. К примеру, я позавчера прилетел с Эмиратов, с Дубаев. Когда мы летели, этому даст подтверждение три депутата, которые вместе со мной летели. Три депутата, это Атамбаев, Дастан Бекешев и вот эта девушка, я ее не помню, с фракции НТМАК. Они летели, и мы даже смотрели. Самолет был полностью, нас, кыргызских граждан, было человек 15-20. А остальной весь самолет был забит этими с Бангладеша. Строителями с Бангладеша. Знаете, в самолете двое-трое вели себя так похабно. Похабно вели. Там вызывающие вели. И вот этих людей они привозят сюда. Я понимаю, есть в Бангладеше, в Филиппинах есть такая позиция. Их наоборот отправляют в миграцию. Идите, эмигрируйте, там зарабатывайте, везите деньги. Но там они сами проверяют. А у нас, как я уже ранее сказал, в миграционном ведомстве первыми лицами, всегда, замами первых лиц всегда становились сотрудники КГБ.
А сотрудники ГКМБ на сегодняшний день полностью поменяли свой вектор. Они поменяли свой вектор полностью. Я ничего не хочу сказать про ГКМБ плохо. Вот. Но вы, сотрудник, само по себе ведомство ушло в экономическую сферу. Сферу экономическую, там, коррупционную, там, ну, больше связано с внутренними преступлениями. А сама суть конторы, сама суть ГКМБ, это именно та суть в том, что они должны вести очень грамотно, взвешенно, полностью работу по угрозе внешних сил или еще что-нибудь. На сегодняшний день эта ситуация так и случилась. Мы увидели ту ситуацию, что работа практически не производилась. Никто не отслеживал, сколько людей приходит. Миграционная политика, которая в реальности прописана во всех законодательных актах, то все, оно не соблюдается. Просто захотелось людям привезти, использовать эту рабочую силу. Дешевая она или дорогая, это не важно. Вопрос в том, что они, не изучая, просто пачками привозят для того, чтобы строить какие-то месторождения, какие-то дворцы. Ну, на сегодняшний день это дворец Белого дома, там дворец президента. То, что дворец строится, это хорошо. Никто не может сказать, что дворец строится, и это очень плохо. То, что строится и не соблюдается миграционная политика, и их просто пачками везут, кто за этим стоит. Но Телег Куренов на сегодняшний день сказал такую вещь, что за этим всем стоит Канбек Тумумбаев. Канбек Тумумбаев я не знаю, я о нем плохо сказать ничего не могу. Ничего не могу плохо сказать, но факт тот, что мы все равно должны держать, как бы то ни было, дорого ли, дешево ли, ленивый, не ленивый, мы должны соблюдать и внутреннюю миграцию, мы должны смотреть внутри государства, что есть люди, которые могут, а не просто так, просто пачками тащить, а потом создавать вот этот между кыргызскими гражданами и другими гражданами, создавать какие-либо конфронтации. Но, смотрите, вот сейчас я еще раз говорю, еще раз хочу повториться. ГКНБ на сегодняшний день уходит от своей основной функциональной обязанности. Это защита от внешних воздействий. В обязательном порядке всегда, всегда ГКНБ четко отслеживала миграционную политику. В этом слабость именно в том, что ГКНБ просто потеряла именно эту сферу. Выпустила из-под рук. Потому что ГКМБ полностью занялась только одним. Это коррупционные схемы, это сотрудники милиции и так далее, и так далее, и так далее. В конечном результате у нас ничего не получается. Мы и получили на сегодня. Любая структура, которая на сегодняшний день должна охранять какие-либо моменты, это та структура, которая должна действовать за упреждение. Существует, например, в МВД существует целых не один, два, три управления, которые непосредственно рассматривают вопросы по миграционной политике, по сотрудникам, по тем иностранцам. На них определены участковые у них, они все полностью занимаются, должны заниматься этим. Но чем занимаются, я ничего не хочу плохого сказать, но чем занимаются сотрудники правоохранительных органов? Сотрудник правоохранительных органов, в особенности из управления по работе с мигрантами, с иностранными гражданами, они просто с них начинают выколачивать деньги. Не один факт есть, так было много фактов, и этому подтверждение все работы их задержания. То есть с иностранных граждан начинают вымогать деньги, то-то, то-то. И за счет этого идет работа. Это говорит о том, что слабая работа, очень слабая работа, не то что слабая, нулевая работа МВД. Вот. На сегодняшний день вот эта вся вина за произошедшее с мигрантами, вот эта драка в конечном результате привела наше государство в тупиковое состояние во внешней политике. Мы очень плохо стали выглядеть. И это большой удар для президента. Почему? Потому что он не смог совладать, не смог планомерно выстроить работу по этим идущим этим людям, которые приехали сюда учиться, работать, зарабатывать деньги. В конечном результате мы и получили. Потому что президент не смог
выстроить данную часть, в этом. Почему? Потому что оно идет хаосно. Это так, неконтролируемо. Неконтролируемо идет и все. Идет бесконтрольное вмешательство, это бесконтрольное поведение вот этих хозяевов вузов, которые там, я только двоих сейчас только озвучил, хозяевов вузов, которые просто не смотрят, лишь бы им деньги принесли. За счет этих денег они половину денег дают в бюджет, а половину ложат в карман. То есть это один из основных источников зарабатывания денег. Да, там, что президент говорит, 50 миллионов, это даже хорошо, да, поступило в бюджет. Но сколько поступает им в карман, это тоже неизвестно. Потом они обеспечивают их жилищем, ну, за это тоже деньги берут. Но оно, никто из них не становится на учет к участковым. Нету контроля правоохранительных органов. Нету, абсолютно нету контроля. Вот здесь вот у нас Гулира Кенджикраева есть, она занимается непосредственно... Гульнира Гринджираева непосредственно занимается туризмом, привлечением туристов. Вот наша девушка, она занимается привлечением туристов. Вот она вот здесь пишет, что многие туристические компании начали отказываться от путевок посещения Кыргызстана. Вот. 2-3, это уже несколько вариантов, это уже получается такие. И все это сводится к нулю. А в чем заключается посещение туристов? Это в первую очередь безопасность. Безопасность человека, который посещает наш Кыргызстан. Безопасность должны обеспечивать МИД своими консул там все. В обязательном порядке ГКМБ, в обязательном порядке МВД, миграционные службы, они должны обеспечить, и правоохранительные органы, они должны обеспечивать безопасность нашего посещения. Но безопасности посещения не могут сделать. Почему? Потому что это слабая работа органов МВД. Я даже мог бы сказать, не то, что слабая работа. Пускай не обижается на меня Улан, ты на меня не обижайся, но бездарно, неправильно выстроенная работа твоей структуры МВД. Твое управление, я ничего плохого про тебя не могу сказать, я не хочу говорить, но я тебе просто одну вещь скажу. Улан, ты правильно пойми меня, Иним. Ты министр внутренних дел. Ты министр внутренних дел, понимаешь? Ты должен быть авторитетом для своих сотрудников. Ты должен требовать, будучи авторитетом для своих сотрудников, ты должен требовать со своих сотрудников правильное и четкое выполнение поставленных тобой задач. Одной из приоритетных задач, я видел одно из твоих вот этих работ, прямых связей со своими начальниками УВД, ты всегда ставил вопрос, приоритетом ставьте безопасность государства, безопасность посещения, но никто этого не выполняет. Почему? Потому что контроля над исполнением твоих приказов нету абсолютно. Ты не можешь это выстроить. Я понимаю, ты, может быть, сегодня нужен президенту, я понимаю, что ты нужен там каким-то отдельным личностям для там других каких-то интересных целей, о которых я в следующих этих я расскажу, для каких целей и кто заинтересован в этом. Поэтому, Улан, понимаешь, у тебя твоя работа МВД и твоя работа как министр внутренних дел, я от себя лично скажу, что у тебя работа просто неудовлетворительное. Действительно, потому что ты, твои структуры, не только ты, твои структуры должны работать на упреждение таких каких-либо конфликтов. Также неудовлетворительная работа сотрудникам ГКНБ, которые также должны работать на упреждение таких ситуаций. Это тоже на нуле. А по Бишкекскому УВД, это... Он хороший парень. Начальник УВД, он хороший парень. Но хороший парень, это не говорит о том... Он хороший парень. Я его очень уважаю. Начальник УВД. Ну, такой безобидный, хороший парень. Но начальник УВД
должен был тоже уработать на упреждение, потому что у начальника УВД тоже есть. На основании вот этого всего вышеизложенного я скажу, что виновными лицами в данном инциденте являются не те простые ребята, которые совершили там, как вы сейчас расписываете, там они там сначала эти. Виновными лицами становитесь вы сами. Именно вы сами виновны. Не простой вот этот пацан, который полез в драку. Он молодой, горячий, мозгов нету, там обидели. Но вопрос заключается в том, что вы должны были работать на упреждение. И работать на упреждение того, что некоторые люди, которые непосредственно раскачали эту тему, потому что это кому-то нужно было. Это кому-то нужно было для того, чтобы раскачать эту ситуацию и показать, что и показать, мол, пальчиком помахать. Президент Экидосы, смотрите, у нас тоже сила. Ведь в этом-то есть, действительно так и есть. Работу, вот Алия Борисова утверждает, работе МВД даю оценку 0. Не только я даю оценку 0. Весь, я даже больше чем уверен, сейчас только помимо там фейки сейчас появятся, нет, там МВД работает, нет. Народно, можно сказать, я отслеживаю вот это все, сам живу вот в структуре МВД, я вам скажу, ребят, оценка действия МВД не то что 0, она даже минусовая. Улан, ты умеешь собираться, ты умеешь собраться, то все. Возьми на контроль вот это. Тебе, потому что это только первый шаг. Это кто-то специально закинул эту удочку. Специально сделал шаг. Когда китайцев избивали, китайцев, кыргызов избивали, потом наоборот там пошла, там это никто не раскачал. Вторые там вот эти обязательно были сыр-боры в горах, вы помните, там индусов, ребят. Там никто этого не раскачал. Но в этот раз кто-то очень сильно был заинтересован в раскачке. И я вам скажу, в этой раскачке не виноваты оппозиционные силы или какие-то еще силы. Здесь я именно в этой раскачке, посмотрите, вокруг окружения президента, который непосредственно отвечает за прибытие всех вот эти иностранные граждан для какого-либо строительства. Сейчас вот здесь появятся вот эти девочки, появятся, ой, там вы про него плохо говорите, вы про тех плохо говорите, то все. Девочки, успокойтесь. Здесь вопрос висит национальная защита наших интересов. Потому что это национальная защита наших интересов, это намного важнее. На уровне мира мы сейчас выглядим плохо. Уважаемые сотрудники МВД, Камчат Кадыршаевич, четко проверьте, пожалуйста, работу ваших всех структур, которые непосредственно работают. Офицеры действующего резерва, когда всегда отправляли в эту структуру, офицеров действующего резерва, которые непосредственно были первыми, вторыми, третьими лицами, но они четко контролировали. Замените их. Направьте, сделайте, чтобы во всех этих структурах стояли первыми или вторыми или третьими лицами. Должны быть сотрудники, профессиональные сотрудники ГМБ, которые непосредственно отслеживают каждый приход каждого иностранца. Каждого иностранца. МВД, министру внутренних дел. Улан, ты не обижайся, я на личность не перехожу. Ты понимаешь прекрасно, что я не собираюсь говорить о том, что плохой. Кто-то уже глушит. Я не собираюсь говорить, плохой или ты хороший. Я просто говорю, выстроенная тобой работа в структуре твоего МВД нулевая. Извини, конечно, но нулевая. Ты просто упустил. Ты тоже поменял ракурс своих действий министра в другое русло. Потому что у меня впереди еще несколько прямых эфиров, касающихся твоего участия в каких-либо незаконных действиях. Но это будет тема другая. Но факт заключается в том, что твои управления не работают на упреждение. Ни участковый, никто не мог. Они должны были на упреждение.
Вот эти теперь, что касается налоговых органов, что касается миграционных, консульских этих, то вам всем стоит проверить, сколько студентов приехало в Казахстан, сколько разнорабочих приехало в Казахстан, как они, где они размещены. Это все должно быть полностью под контролем у тех лиц, которые пооткрывали эти международные, типа бездарные международные какие-то вузы медицинские, которые выпускают. Пожалуйста, возьмите выступление министра Пакистана, здравоохранения, который, я не помню, месяца 3-4 назад он написал, что диплом, кыргызский диплом вот этих вузов, он не отвечает стандартам и не отвечает требованиям. Их максимум могут взять там на работу санврачей, медбратов или еще что-нибудь такое. Ну, они к этому не обучены, и они не нуждаются. И этим самым, то, что нас в мировом рейтинге, наши вузы тоже, за счет вот таких бездарных вузов, наши центральные вузы тоже спускают на ноль. Рейтинг наших центральных вузов тоже спускается. Теперь, что касается визовой миграционной службы, вам необходимо проверить, сколько граждан других государств прибыли на работу. И все ли стоят на учете? Я больше чем уверен. Не понял. Улан, мен кечирим сураткан жерим жок, Менде мындай так вежливостьтен болот да, мен так менен вежливость менен сүйлөшүп атам да. Вот ошон үчүн, ошон туура чуңу да, мен эч кимден кечирим сураткан жокмун. Улан, азыр сиз өкөз гиребиз эфирге. Шашпай туруп турсаң, мен сени кошом эфирге. Просто мен өзүмдүкүн айтып алайын, шашпай турчалык. Поэтому, уважаемые министр МВД, вам бы тоже стоило бы подумать о твоих сотрудниках, которые непосредственно отвечают за иностранцев. Соответствуют ли они должностям? А теперь, что касается самих сотрудников МВД, которые стояли на оцеплении, то все. Мне их жаль. Они все молодые, хорошие ребята. И они стоят по приказу, стоят, до конца стоят, то все. Но они стоят за мизерную плату. Повысьте им заработную плату. Прекратите их всех хлопать подряд налево и направо. Налево и направо. Вы же их сажаете налево и направо. Если там действительно по факту задержан, вопроса нету. Но не по факту задержанных, зачем вы держите? Ради мести. Когда-то какой-то проделанной работе. И вы и это делаете, понимаете? Вы уже зачморили простых сотрудников милиции. А теперь, резюмируя, я хотел бы подойти к тому моменту. Вот они, виновные лица, которые я выше перечисленные мною. Это все те виновные лица, которые непосредственно виноваты за этот инцидент. И в этом также, еще раз скажу, в этом виноваты именно окружение президента, которое непосредственно ведут беспорядочный ввоз строителей, которые не уважают законы нашего государства. И теперь наши же люди молодцы, еще хоть идут там вечером срота, но ошибка-то зачем? Уважайте наши законы, мы будем уважать, а вы должны идти на это. А теперь в конечном результате я вам скажу, авторитетно скажу, что в этом в конечном итоге виноватыми не вот эти хозяева вузов, не халатно, которые относились министры, не вот эти управления, миграционные управления, не вот эти сотрудники. Никто из них не понесет ответственность. Никто, абсолютно никто не понесет ответственность. Не будут разбираться, кому это было нужно, раскачать эту ситуацию. Раскачали эту ситуацию не кто-либо, а именно окружение, само окружение первых лиц государства. Они раскачали, потому что у них имеются амбиции стать президентом.
И они с любыми путями саботируют и раскачивают, ну, чтобы все было. И дело в том, что вот просто в правительстве, в администрации, ну, везде, в высших эшелонах власти вы стали заниматься только коммерцией. Бизнес, коммерция, бизнес, коммерция. Вы забыли, что у вас за вами стоит народ. Вы народ забыли. И в данном случае, я же говорю, эти все лица не понесут наказание. Ни министр МВД, ни ЦАН. Ну, министр МВД, может быть, снимет там начальника УВД, снимет там начальника ООП, снимет там еще какой-нибудь там 2-3 сотрудников. А сам остается. Ассаламу алейкум, я остался на месте. Это неправильно. Я даже морального права не имел бы, если бы такое случилось, я не имел бы морального права оставаться на этой должности. Но вы к этому все свели. Вы просто занялись коммерцией, рейдерством и коммерцией. Больше ничем. Вот поверьте, потому что вопрос о рейдерстве тоже будет. Но вы занялись этим. Президенту вы докладываете там вот-вот-вот. Я даже больше чем уверен, после вот этого эфира вы сейчас побежите, будете докладывать, чтобы себя отмазать, вы побежите. Вот, видите, Хасанов это все так сказал, он специально делает, он там призывы. Да никаких призывов нету, я наоборот противник всех этих призывов. Я противник конституционного, нарушения конституционного поля. Я противник этого. Мне этого не надо. Но ответственность, чтобы себя снять. Вы же такие белые, пушистые. Вы же такие, блин, вы такие прям на фотографиях молодцы, блядь. Там стоите, там, это, одно деревце посадите, а вас 10, со всех сторон 10 человек будут фотографировать. Да вы бездари, если реально сказать. Я, конечно, извиняюсь, но работа ваша показывает, что вы не можете совладать с данной ситуацией. Вы не смогли совладать. 2000 человек, вы просто упустили ту возможность, чтобы пойти на упреждение. Вы довели это до народа. А теперь я вот, как я дальше опять вернусь к тому, что вы в конечном результате станет виноват 1, 2, 3, 4 там, или 10 простых ребят с простой семьи, которые, ну, якобы там пошли, там, это самое, ну, хулиганку сделали. Они понесут ответственность. Они станут врагами общества, их туда-сюда будут. Вот они, сволочи, такие нехорошие ребята. Да они не виноваты. Виноваты те, которые непосредственно не работали на упреждение этих ситуаций. Не работали. Виноваты те, которые снимали деньги с иностранцев, лишь бы это. Виноваты те, которые возили их толпами и пачками. Виноваты те, которые не смотрели за их прибытие. Виноваты они. Но ни в коем случае они не понесут ответственность. А понесут ответственность, как я уже раньше сказал, понесут 1, 2, 3, 4, ну 10 парней кыргызской национальности. Простые ребята, молодые, простые, горячие ребята. И мне их жаль. Но вы не понимаете, что вы этим самым, наоборот, вы поднимаете ту тактику, внутри вас начинают ненавидеть. Потому что у каждого из них есть и отец, и мать, родители, которых вы сейчас спасаете, и потом будет слово. Мына көрдүңбү бийлик тегилер. Бөлөк жарандарга жан тартат, кыргыздар үчүн күйбөйт. Вот такая и есть вилка. Вилка на внешнем поле, вилка на внутреннем поле. Албайт, эчким, улан, эчким, албайт. Поэтому, что случилось, это случилось. И я вообще не могу понять, структуру управления делами президента. Вообще не могу понять. До этого я говорил, структура управления делами президента стала государственным фондом имущества. Потом в то же время она стала профсоюзом, забрала все профсоюзные здравницы. Она забрала всю курортологию, все забирает. Что я не понял, а разве он наделен правами быть фондом госимущества или еще? Я не думаю, что он наделен правами. Для этих целей существуют отдельные какие-то государства. Вот. Я не могу понять ту
плохо ли, хорошо ли, ленивый, не ленивый, но наши граждане сами едут на заработки туда, за границу, чтобы заработать. Но вы к ним относитесь так, алар жалколор не будут, не работают. Жалкову, жалко эмеспи, плохой ли, хороший, он гражданин своего государства. И вы обязаны обеспечить гражданина Кыргызской республики работой для того, чтобы он не уезжал сам в миграцию. А вы просто взяли, хотите уезжать, уезжайте, а сюда мы будем сюда притаскивать. Плохой ли, хороший, но они граждане Кыргызской республики. И ничего вы с этим сделать не можете. Ничего. И вот здесь вы должны ставить свое. Вы просто, я же говорю, вы просто привыкли к тому, что вы думаете, что вы всех запугаете, там этого запугаете, то все посадите. А конечный результат-то вопрос-то не в том, что вы посадили. Вопрос в том, что вы не можете выстроить саму работу. В гонке за какую-нибудь похвалу или за какие-нибудь деньги, или же за какое-нибудь вывозимое золото вы должны себе поставить вот сюда медальку. Вам лишь бы медалька была. Или же о вас там говорили, о, великий, о, луноподобный. Да вы не луноподобный и вы не великий, ребят. Вы такие же граждане, как и мы все. Просто вы заработали деньги, и эти деньги, скорее всего, вам не дают покоя, и вы уже себя считаете луноликими. Никогда у нас в Казахстане луноликих не останавливали. Не было. А теперь после этого, Алмаз Прат Кандайсен, вот теперь после вот этих эфиров сейчас обязательно побегут там, побегут крысы, шакалы. Я так скажу, крысы, шакалы побегут к президенту и будут доказывать с пеной рта. Видите, вот это, он плохо так сказал, он специально это делает. Ребята, вы и есть крысы, вы и есть шакалы, которые бежите к президенту или же Камчыга Дыршаевичу и доносы пишите. Потому что вы крысы и шакалы. Больше другого не могу сказать. И в то же время, вот здесь правильно говорят, еще пиарщики. Пиарщики. Очень правильно Улан сказал. Еще вдобавок пиарщики. Но вы забываете, что Кыргызстан, кыргызы плохие, мы хорошие, но мы жители этого государства. Вы обязаны за нами. Вы взяли за нас ответственность. Несите до конца. А не привлекайте всяких там этих, чтобы потом получить. Так, Улан, я тебя включаю, ты сейчас одобряю. Улан, только это на кыргызском, ты правильно пойми. Улан, на меса гетердим, добавляйся. Аруан сау. Кандайсың, Улан? Сиздин эфириңизди башынан баштап. Сен что-то начар болуп атасың, жакындарак келип. Сиздин эфириңизди дейм башынан баштап аягына чейин көрүп атам дейм. Сизге орус тилинде сүйлөп аткан турбайсызбы? Мен кыргыз тилинде сүйлөй берейин анда уруксат берсеңиз. Сиздин айткан сөзүңүздүн баары тең орду менен токотери менен айтып атасыз. Көчөгүн мен деле ушундай ракурста сиз айткандай эле мен да айттым эле эми кичине эмоциям менен. Эми мен бир нерсени айтып коеюн деп атам да. Ошол түнүндө мен бардым. Бардым, уктай алган жокмун. Себеби мен да кыргызмын да. Бардым, көрдүм, жүрдүм. Эми ал жерде жанагы МВДнын кызматкерлери жанагы бийлик по иерархии башында тургандар ошолордун баардыгына мен ноль деген баа койдум да. Эми мындай айтканда эки да. Элементарно жанагындай мына спецтехникалар алынып атпайбы? Рупорлор иштебейт, рупор жанагы ГУВДнын начальнигинин үнү бүтүп калып турбайбы айкуштунчу? Уже кыйкырынып өкүрүнөр иштебеген рупорду ары ичип бери ичип жүрөт. Бул эмне деген? Бул шенмендечилик да. Мында грубо так говоря, килейген МВДнын ичинде бир рупор жок, нормально иштеген. Чтобы элдерге түшүндүрүп бериш үчүн жанагы жерде чогулган кыргыздын эр азаматтарына түшүндүрүш керек эле да. Кандай болду акыбал, эмне себеп болуп атат, кантип тиги муну жагдайды чечебиз жана башка. Кеңешип анан ошол жерде мындай да кыргыздар айтылат эмеспи, жакшы сөз бар да. Кеңешип кескен бармагы оорубайт деген. Элдин астына чыктыңбы сен бут любезин? Түшүндүрүп бергин. Элге сен ынандыргын, айткын, түшүндүр, анан эл өзүнүн баасын берет да. Эл барометр да, ал өзүнүн баасын берет. Ооба, туура.
Макул, да, анан кийин ошол жерден жанагынтип жолду жаап, анан кийин интернет тармагына чыгып, анан кийин баары тең үйүндө уктабай туруп келип анан ызычуу создавать этпейт эле да. Элге түшүндүрүү иш аракеттери такыр болгон жок. Эми ошол жерде чогулгандардын көпчүлүгү жапжаш жигиттер. Жапжаш жигиттер экен. Баары тең эле адекват. Бүт баары тең акыл өстүү. Берген суроолорун уксаң тил жооп бере албай какап атат. Какап, просто напросто какап атат. Ошол маалда мен бир да депутатты көрө алган жокмун. Мына элдер шайлап ошолор биздин үнүбүздү жеткизет, ошол биздин тиги көйгөйлөрүбүздү чечет деген бир депутат жок. Эй, туруп алып келе, сен Кыргызстандын жаранысың да сен дагы. Сен да Кыргыздын ат улусуң да. Жок, бир да же 90'нун бирөөсү да жок. Министр МВД өзү жүрүш керек эле ошол жердечи. Сап башында туруш керек эле. Ал жок. ГУБДнын байкуш ал бою кичикей болгон адам экен, тиги талпанын арасында жоголуп кетти. Ал чаап чуркап, бери чуркап, ошол менен анан кийин эптеп септеп атып, анан кийин тынч эл ошол жерде чогулган кыргыздын жигиттери өздөрү мээсине жетип түшүнүп болду да эртең менен сөөр. Ар бирөөсүнүн оокатыбыз бар, биз оюбузду айттык деп анан кийин баары тең таркап кетип калышты. Сопсонун болду. Ал жерден жанагынтип бири бири менен мен кичине кабатыр болуп атканымдын бир себеби болчу, баягы аркы милиция кызматкерлери да кыргыздардын эр азаматтары да алар. И бул жерде да эр азаматтар чогулуп турат да. Ошолор бири бири менен пикир келишпестик болуп кетпесин деп мен ошол жерге барсам, баары орду менен экен. Баары орду менен. Бүт туптура өттү да. Эми ушул интернет тармагында азыркы маалда ушундай эмелер болуп атат. Кыргыздарды кайра эле баягы өзүбүздүн эле бир кыргыздар келип анан кийин акмак, анан кийин жапайы, анан биз мындайбыз, анан тигиндейбиз деп мындай туура эмес сөздөр менен чыгып алып анан акыл үйрөтүп атышат да. Мен ошолорго да айтып коет элем, эй кыргыздар, биз ата тегибиз ушунчалык чоң. Мен эми тарых чөлкөмүнө кирип кетишим мүмкүнмүн азыр, кичине да. Себеби баягы биздин заманга чейинки жана бул карта бар го, дүйнөлүк картада, ошондо башкарып турган, сап башында турган, элдин үстүнөн бийлеп турган, таасирин берген кыргыз биздин ата тегибиз болгон да. Ошончо чоң территорияны ээлеп турган кыргыздар келип анан ушул Кыргызстандын ала тоо тоо кыркаларынын арасына келип ушундай бейиштей жерди кандарын төгүп да, кандарын төгүп, тондолаган кандар төгүп ушул жерди ээлеп калды. Бизге, могул, мага, сизге жана башкаларга мынакей деп силерге бул наследство болуп калсын деп анан ушул жерди алып калды. Эмне деген кыйынчылыктарын үстүнөн өтүп. Эми ошол эле учурда ушул жерге чыккан, баянкы чыккан 2000, 3000, 5000 адам, 5000 адамдай. Булар да ошол өзүнүн жерин, ата тегинен калган мурас жерин тебелеткиси келген жок да. Тебелеткиси келген жок. Бул закономерность. Мен барып алып кайсыл жерден уктуңар эле, кыргыздын мигранттары барып алып Америкада дардайып чечилип алып тиги суу куюнуп жүрдү, келип кичинекей кыздардын тиги бетинен кармап селфиге түшүп, сүрөткө түшүп, өзүнүн интернет тармактарынан чыгарып жүргөнүн кайдан уктуңар эле? Андай болбойт эч качан. Кыргыздар эң маданияттуу, акыл өстүү, адептүү жүргөн адамдар болот. Биз өзүбүз дүйнөлүк элге таасирин берип турган ата тектин балдарыбыз да, ошолордун урпактарыбыз. Анан кийин ошол жерге чыккандарды тиги мынчалык дүйнөлүк аброюн чүрүп, анан кийин 400 миллиондон, анан алар 1,5 миллиард да, эмне 1,5 миллиард болсо коруп калыш керекпизби? 400 миллиондук болсо коруп калыш керекпизби? Улан, 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 токтот. Могул жерде азыр сен азыр мындай сен азыр межнациональныйге кирип кетишибиз керек, киргентабыз да, не надо, бул жагынан не надо, коркпогула, моркпогула деген андай сөздөрдү токтоткула. Жок. Потому что бул боюнча да берене бар. Эртеңки күнү бул боюнча жооп берип калышыз. Бүгүнкү күнү могу азыр эфирдин мен өзүмдүн мазмуну мында болуп атат да, мазмуну. Бул кайсы жерде болбосун, бүт структуралар булар деген алдын ала жүргүзүү жумуштарды аткарыш керек болчу. Алдын ала. Мен ошол жөнүндө айтып атам. Мына туура анын баарын айттык бүтүлө. Аларда консульский визовый проверкаларды кыла турган алар бар. МВДда келген 2-3 управление бар ошол боюнча. Алар ошолордун баарын жүргүзүш керек. Ар бир ОВДда, РОВДда десяткаларда бар, восьмерка, семеркалар деген бир эмелердин баары бар. Бул мына алдын ала жүргүзө турган иштерди шалакылык негизинде
ушул чоңдордун, ошол структуралардын шалакылыгы үчүн мына бүгүнкү күнү ушул акыбалга жеттик. Сен да, мен да, биз деген экөөбүз мына экөөбүз отуруп сүйлөшкөндө дайыма сүйлөшөбүз. Бүт мыйзамдын чегинде болуш керек деп туруп. Мына биз деген сен да, мен да эч качан чыкыркы ыргытпайбыз, тинткиле, мынткиле, кеткиле деп. Биз деген туура өзүбүздүн оюбузду позициябызды бетке айтып атабыз. Ошол бетке айткан негизинде, ошо бетке айтып аткан негизинде азыркы тапта ушу кыргызды бүгүнкү күнү, эртеңки күнү ушу өзүлөрүнүн шалакылыгын жабыш үчүн, шалакылыгын жабыш үчүн, өзүлөрүнүн жумушун аткарбадыгы үчүн жабыш үчүн азыр простой бир 5-10 жаран кыргыз баланы просто каматат. Потому что действительно алар барган, эми алар жаш жигиттер, жакшы мындай баарыбыз эле мен деле жаш болгом, мен деле горячий болгом, керек болсо азыр деле кезгеси мынтип ачууланып кетем, андай деле болгон. Анан ошолордун баарын деген ошол жерде мындай алдын алуу жолдорду жасап, алдын алуу ошол эле пакистандыктар менен сүйлөшөбү, ошол эле ирандыктар менен сүйлөшөбү, же ошол эле биздин кыргыз жарандары менен бир жумада бир жолу мына КТРК деген кара ящиги бар, МТРК деген кара ящиги бар, регион деген ящиктери бар. Ошол ящиктерден мынтип урматтуу кыргыз элим, болдугула андай болбогула келген өзүн алдын ала жүрө турган жумуштар. Бүгүнкү күнү болсо өзүлөрүн шалакылык үчүн мына бул баленин баары болду. Эми азыр бул баленин баары деген жалгыз гана биз биякта мындай чет өлкөдө бизди уже рейтингке киргизип коет. Бул уже биякта опасный иностранецтерге барган ошол жаман эметет. Бизге деген, например, действительно чет өлкөдөн келсе, чет өлкөдөн келип биякта өзүнүн акчасын коротсо, биздин бюджетке түшсө, бул жакшы нерсе. Бирок ошонун бардыгын азыр нөлгө түшүрүп салды. Нөлгө түшүргөндө ошол эле МВД, нөлгө түшүргөн ошол эле консульский визовый эме. Анан азыр ошону текшерип чыкса, азыр тээти Бангладештен мен айтып атпаймынбы, мына мен мурдайын учуп келдим Дубайдан, мына мен менен Дастан Бекешев учуп келди, ошолор ошол жакта бир какой то эмеге барыптыр, биз аэропорттон жолугуп калдык, Атамбаев Сейит барыптыр, антиги дагы бир депутат келин бар экен, кыз бар экен, ошолор менен келдик. Алар айтып коеюн, самолетто биз болгон 20 эле кыргыз жараны отурдук, калган самолет толтура Бангладеш. Ошолорду ким изучение кылды, ким ошолорду уруксат берди, ким ошолорду келип туруп иштегин деп туруп баарын эметти. Мунун баарын жасаш керек да. Ошолорун жасабай туруп мына шалакылык деген ошондо берене бар, шалакылык боюнча берене бар. Ошол берене менен азыр президент ошол беренелердин негизинде министрлерди уволить этсе, тигини уволить этип иш козготуп, генеральный прокурор Курманкул Токторлевич иш козготуп эме деп туруп, злоупотребление тигине мындай деп туруп, азыр министрлерден бир бешөөнү камаса ошондо кичине калган министрлер ойлонуп баштайт эле да, эненген кол куй токтотуш керек мындайды. Бул чисто чоңдордун шалакылыгы. Ушу чоңдордун шалакылыгы үчүн мына бул эми бул дагы жакшы, эл түшүнүктүү, мындай жаш балдар деле түшүнүктүү, сен азыр айткандай орду менен эртеси баары түшүндүрүп жүргөндөн кийин тарап кетишти. Ушул эле ушуну менен эле токтоп калсын, ушундан башка чыкпасын. Бирок муну алдын ала жумуш жүргүзүү керек. Азыр болсо жумуш жүргүзүүнүн ордуна азыр сен да мен дагы азыр тияка шыбап баштайт. Вот и все. Ага, сиз ушул эки сөзүңүзгө мен кошумча эле айтып коеюн, анан кийин эфириңизди бузбай чыгып кетейин. Бул миграционный саясатты, политиканы баягы сиз жана айтып кетпедиңизби, тиги стройкага, швеяга жана башка иштеткен алып келген адамдар келе баштагандан баштап ошондон ушундай жагдайлар жарала баштады деп атпайсызбы? Туура булар мен көзөмөлдөө боюнча айтып атам. Туура. Азыр мен ошол экени
Эми ким булардын баарын тең көзөмөлгө алыш керек эле. Туп тура. Онча дел бар, милиция өз вообще вся внутренний тиги МВД өзү көзөмөлгө алыш керек эле да. Биринчи. Ошол эле учурда ГКМБ азыркы маалда Камчыбек Кыдыршаевич башына тургандан баштап ошол тиги чек ара кызматтын баары тең кирбедиби? Жаңы бийлик башындагылар келгендин баары. Бул бүт структуранын подразделениянын баары тең азыркы маалда ушул эки байкебиздин жок үчөөнүн дейли тиги Үсөнбековичти да кош керек үчөөнүн жок уксаңсаң ушуну Үсөнбековичиңди айтпачы ошо вообще уккум келбейт. Макул макул кыскасы ушул адамдардын бул ушул адамдардын арасында ушул адамдардын арасында жүргөн адамдардын жанагындай болгон шалакылык ошол эле учурда баягы кутумдук иш аракеттердин үстүнөн ушундай акыбалга келип турганын айткым келип атат да. Азыркы маалда негизи эртеси күнү эле Садыр Нургожоевич бүт силовой структуранын ведомстволордун биринчи лицолорун жана замдарын баары тең жумуштан алыш керек эле. Бул эң биринчи МВД под раздачу попадать этиш керек болчу. Эң биринчи. Андан кийин ГКМ'ны дагы именно внешний политиканы тиги саясатты курировать эткен структуранын жетекчилери да кетиш керек эле. Моментально буларды кадимкидей жумуштан алып ыргытыш керек болчу да. Миграционный ведомство кетиш керек. Ага да жетебиз. Тышкы иштер министрлигинин министрин өзүн башкылып туруп алыш керек эле. Министрди алып кетет вообще кетириш керек. Оңуз бул жарым жылдан ашып калды. Мен өзүмдүн эле ушул TikTok, Facebook баракчаларынан эми мен силерде болуп конечно сүйлөй албайм тиги баягы горкомду, бирок ошол эле кезекте мен өзүмдүн пикиримди канча жолу айтып келдим, кайсыл жактарында кандай иш аракеттер кылыш керек эле. Эң чоң удар, эң чоң удар бул жерден жогорку кеңеш өзү тартыш керек эле да. Именно мыйзам чыгара турган ведомство тиги бутактын 90 депутаты баштарын ылдый салып ошол эртеси күнү экстренный жыйын өткөзүп туруп ошол жерден баштарын ылдый салып эл журттан кечирим сурап коюш керек эле. Ушундай акыбалга алып келип койгондугу үчүнчү. Бул миграционный политиканы оңдоп түзөөлөрдүн киргиш керек да. Бизде мен мындай бир сериядан карап чыктым. Биз мигранттарды иштеткен өлкөлөрдүн катарында эмеспиз да. Буга ошол эки шарттар жок экен өзүчү. Кантип аларды контролдош керек, кандай аларга тиги көзөмөл болуш керек жана башка да. Баягы общих международный право менен каралган эмелер бар экен, но биздин өзүбүздүн да менталитетибиз, өзүбүздүн да жүрүм турумубуз кыргыздардыкы бар да. Ошол экини түздөш керек эле да, мына тартиптерин киргиш керек эле да. Анан кийин эң башкысы чакырып аткан тарап жана квота сурап келип анан кийин швея кылып иштетебиз, анан кийин черно рабочий кылабыз деп алып атышпайбы жанагы тиги иностранецтердичи? Ошол чакырып аткан тараптагы жоопкерчилик ошолордун мойнуна илиш керек. Ансыз контроль эч качан болбойт. Мынакей квартира сдавать эткендерин дагы жазага тартыш керек. Эмне үчүн түнкү саат 12:01 музыканы коюп алып тиги эртеңки күнү жумушка барам деп аткан кыргыздын тиги тынчын алыш керек. Тиги бир майрамы болуп калса. Азыркы сен кайра кирип баратасың тияк. Не надо это. Все, эми бул жок ала бул мунун баары тең трактовать этип. Сен туура айтып атасың, бирок аны деген туура эмес трактовать деп баштайт тигилер. Хорошо. Туура. Караңыз. Ушул жагдайлардын баары тең бул жанагындай ком болуп чогулуп келип турганан кийин жарылды да. Ошого дагы мындай анализ кылыш керек да, муну мониторинг жүргүзүш керек эле. Мына биз канча мен комментарийлерге менин выступлениямдын астындагы комментарийлерге көз булгап койгулачы деп ушул ГКМнын да кызматкерлерине тиги МВДныкына дагы кайрылдым эле да. Токтотолу, биз айткан өзүбүздүн ойлорубузду айттык. Рахмат маектешкенге, рахмат э. Сен просто маек эметкениңе кошуп койдум да, уланчы. Аманчылыкта. Давай. Вот на этом сейчас Улан тоже высказал свою точку зрения. Сегодня, чтобы хотя бы на мировом пространстве, мировом сообществе, чтобы показать действительно лояльность кыргызского государства к туристам или еще к кому-нибудь, то с посадкой
кыргызов ребят толку не будет. Только будет толк, когда под эту раздачу сейчас попадут некоторые министры, некоторые те, которые непосредственно занимаются, те, которые не пошли на упреждение, только после их снятия и выстраивания работы, только на этом можно будет на внешнем рынке показать свою заинтересованность в том, что мы страна гостеприимная. Это большая задача. И мы это должны смотреть. Поэтому я так думаю, на этом заострять внимание не надо. И некоторым политическим силам я хотел бы предупредить, потому что, смотря на некоторые соцсети, наблюдая за этими соцсетями, я смотрел, что там действительно деструктивные силы были, оказывается. Вот там нет-нет, выкрикивали деструктивные такие против государственного строя. Таких вещей допускать нельзя. Мы живем в правовом государстве, и мы должны жить в правовом государстве, не выходить за рамки конституционного поля. Есть конституционный срок, он будет в конституционном сроке. Но и также власти хотелось бы предупредить. Отвлекитесь от зарабатывания денег. Отвлекитесь. Займитесь народом. Вы забыли о народе. Не забывайте о народе. Народ вам важнее. А мы, кыргызы, мы та нация, которая устояла многие века. И мы останемся в истории. Так как в истории мы уже остались как большой, великий кыргызский каганат. И здесь, чтобы мы выстроили свою правильную работу, гостеприимную страну, вы должны на этой почве, уважаемый президент, вы должны кардинальные изменения сделать в части многих ваших направо, налево находящихся. А теперь урмат Туразелим, аманчил Таулоло, тынчил Таулоло, ешкандай Кыргызстанга онда чоңдай залал келтирбейли. Барыңарга аманчылык, барыңарга ден соолук, Кыргызстаныңыз алга, тынчтык болсун.